Индексация пенсий в прошлом году составила более 20%. Об этом сообщили сегодня во время подведения итогов работы Республиканского отделения Пенсионного фонда. Управление обслуживает более 200 тысяч пенсионеров и 64 тысячи обладателей материнского капитала. В 2015-м более 17 тысяч людей пенсионного возраста воспользовались правом бесплатного проезда к месту отдыха. Принято почти 6500 положительных решений на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. В результате всех проведенных мероприятий средний размер пенсии увеличился на 1629 рублей или на 10,9% и достиг 16 640 рублей. Но здесь я хочу акцентировать ваше внимание, что 80% получателей всех пенсий получают страховые пенсии по возрасту. И размер страховой пенсии по старости составил на начало года 18 127 рублей 58 копеек.